Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу представить два видео. Вот. И помощником у меня вот выступает вот такой вот Фрэнк, дружок. Вот. Тоже хочет поучаствовать в видео. Вот. И он все ему хочется попробовать. А пробовать мы ему много чего не даем. Только огурцы свежие он любит. Ну, хотя тянется за всем на свете. Это приехали ко мне дети, сноха с сыном. И привезли вот это чудо. И теперь вот он не слазит с рук. Поэтому смотрите. Сейчас видео. Все будет интересно. Ну и прошу вас, ставьте комментарии свои. Предлагайте какие-то темы для видео. Я буду все снимать для вас. Рассказывать обо всем. Может быть, вам будет интересно мои рассказы и мое видео. Поэтому участвуйте в создании фильмов. Всего хорошего. Так, ну вначале обрежем плавники все, которые есть. Плавники нам не нужны будут. Как я слышал, что на плавниках у такой рыбы разводятся клещи какие-то, но они не вредные для человека, но для рыбы как бы представляют какую-то неприятность. Нам они совершенно не нужны будут. Так, друзья, ну рыбу я приготовил для того, чтобы ее посолить. Сейчас я покажу, какой рецепт. Вот нужно, значит, 2 ложки столовых соли и ложку сахара. Это все перемешать. Кто-то ограничивается только таким составом, но я еще добавляю перца, немножко перца черного, буквально немножко. Тоже создать свой аромат. Где-то вот так. Это будет смесь посолочная. Еще для цвета добавлю паприки. У меня тут немножко паприки. Она сохранит цвет, даже немножко его облагородит. Вот такая смесь. На дно контейнера насыпем. Специи другие. И выкладываем рыбу. Так вот. Посыпаем. Соли будет достаточно, мариноваться будет одни сутки. А потом мы ее промоем. После того, как она замаринуется, достанем и промоем.
рыба даст свой сок, выделит воду. Ну вот в таком состоянии мы ее оставим. Сейчас гнетом придавим. Так, ну и закроем нашу рыбу гнетом, крышечкой от другого контейнера. Но ее будет достаточно и вот таким нетяжелым гнетом. И поставим в холодное место на сутки. А завтра мы посмотрим, какой у нас будет результат. И дальше уже будем ее вывешивать на улицу, чтобы она подвялилась после того, как мы ее промоем. Все, до следующего сюжета. Так, друзья, вот вялится рыбка, для копчения готовится. Вот буквально уже почти готова. Она замаринована, просолена и ждет завтрашнего утра, когда я буду ее коптить. И стандартно здесь скумбрия, потому как мы ее любим. Моя сноха обожает ее, поэтому я делаю. Скоро приедут дети и сноха захочет рыбки. Завтра будем угощать. Пока все. Так, ну что, друзья, вот я поставил на копчение рыбку, повесил вот форель, которую я мариновал. К сожалению, один кусочек пришлось скушать. Уж очень был аппетитный и вкусный. Ну и традиционно скумбрию, которую мы очень любим. Дым пошел, сейчас закрываю и часа 2-3 будет коптиться. Так, друзья, давайте посмотрим процесс, как идет копчение. Ну вот дым. Дым надо добавить дыму. Но уже все хорошо. Уже все хорошо. Ждем результат. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать результат своего копчения, своего сухого посола рыбы форели, который я вам показывал как рецепт мой засола. И копчение, результат. Рыба пролежала 2 дня в холодильнике. Вот, и за это время уменьшилась в размерах. Мы ее уже покушаем, но для вас я специально делюсь результатом своего копчения. Сейчас мы ее подегустируем. Специально для вас. Сейчас вот я ее разрежу. И кусочек маленький. Вот смотрите, как на срезе она выглядит. Я ее сразу, чтобы со шкурки вот так. Фрэнк тоже у нас хочет рыбки. Он у нас все хочет. Но больше всего любит огурцы свежие и яблоки. Так, друзья, ну вот попробуем на вкус. Косточки маленькие попадаются, хоть я их и убирал. Очень вкусная, слабый посол, нежный, значит, вкус. Сама структура мягонькая и просто обалденная рыбка. Я вот очень люблю такой засол делать. У меня еще подобный скумбрий, я вам показывал, тоже обалденный. Кстати, в этот раз ее коптил вместе с скумбрией, вот эту вот форель. Замечательный вкус. Конечно, лучком ее, да, картошечку свежесваренную с укропчиком и с лучком, и будет просто обалденно.
Поэтому советую вам такой мой рецепт использовать. Ну и всех приглашаю на свой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы быть первыми, чтобы увидеть первыми мое видео следующее. Видео будет очень много. Всего самого интересного буду показывать. И все для вас. А вам спасибо за внимание. Всего хорошего и до новых встреч. Пока.